Игорь Михайлович, сегодня на районном совете депутатов, вот вы по вашему предложению, депутаты решили все-таки выяснить законность проведения этих работ. Вот ближайшее заседание будет 27 числа. Нет ли у вас опасений, что до этого времени уже нечего будет здесь выяснять? Андрей, да я даже с какой-то большей степенью уверен, что к этому времени здесь либо будет чистое поле, деревья будут спилены, что если сейчас посмотрите за моей спиной, работы эти производятся. Но думаю, что в любом случае мы этот вопрос поднимем. Деревья здесь были, они засвидетельствованы, мы знаем, что они есть. Зададим, значит, другой вопрос, почему это сделано в нарушении закона. И, соответственно, я уверен в этом, что это сейчас, то, что здесь происходит, вообще-то, надо сначала получить разрешение на строительство объекта, разрешение на строительство, после этого выдается порубочный билет. Уверен, что этого разрешения нет. Просто уверен, если бы оно было бы, то да, это, значит, был бы другой вопрос, и здесь бы все было бы по-другому. Никто не против чего-то здесь усовершенствовать, сделать лучше для населения, но с той ожесточенностью, что сейчас это делают, вот за спиной порубочник, их вызывает какое-то недоумение. Зачем? Зачем это все? В каких масштабах? Зачем это делать? И для чего? Поэтому, по-моему, здесь идет нарушение закона именно по выдаче исходно-разрешительной документации. И уверен, что во вторник на комиссию разрешение на строительство тех объектов капитального строительства, которые расположены на этом участке, у нас не будет. Вот это мое мнение. Как вы думаете, должны ли привлечены быть к ответственности виновные, если все-таки будет доказано, что все делается без разрешения? Ну, здесь всегда вступает логика просто закона. Конечно, они будут привлечены к ответственности. Здесь по-другому как? Я думаю, что должны отреагировать. Не могу понять, конечно, естественно, по каким-то пустяковым вопросам. Еще где-то приезжают в поселение, например, сотрудники правоохранительных органов, прокуратура делает запросы. Совершенно по причинам иногда непонятно. Здесь на глазах, вот здесь все это происходит. Ну, наверное, надо как-то должным образом отреагировать. Если все есть, покажите и опубликуйте. Просто вот есть газета «Вперед», ну напечатайте там разрешение строительства. А проще всего, пока будешь печатать, надо в Родонежье выйти, идти на камеру, снять это разрешение. Буквально сейчас. Я бы так сделал. Ну, во-первых, и объяснил бы всем, что это строится, и как строится.